Скоро начинаются кубковые игры. Те клубы, которые стремятся туда попасть, сейчас будут набирать такие обороты. И посмотрим, кто лучше себя покажет в этом году. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Бускетс, Бургас. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Это опасный штрафной. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Потеря. Все, в оборону. Борьба за мяч. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Маркиз. Где назначает штрафной? Карточка вряд ли. Есть варианты развития атаки. Мяч выбит. Угроза миновала. Итак, у нас аут. Шуко Мотин. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Какой-то, знаете, между собой. Потеря. Заброс вперед. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Вратарь ведет мяч в игру, покажет нам свой могучий. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Мяч у вратаря. Все в порядке. Нарушение правил. За такое судья может и карточку показать.
Отличный навес. И здорово читает эту подачу защиты. Можно подать. Защитник перехватил передачу. Дэвис. Он бьет головой и забивает. Великолепный гол, прекрасно сыгран. Просто идеальная передача была. Тут хочешь, не хочешь, а забьет. Да, выложил мяч буквально на блюдечке. Да, вот это идеальное завершение стандарта. Точный удар головой и вратарь без силы. Но там никто вообще дернуться не успел. Решает даже защитник. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Они выигрывают и будут подавать угловой. Сдавить мяч в ворота. Мяч будет введен из зала. Месси. Есть брак в передачах. Теряют мяч на ровном месте. Из-за боковой будет мяч введен в игру. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Бускетс, Бургас. Забивать надо! Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Бездарная передача. Мяч покидает пределы поля. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Передача назад на голкипера. Тянут время, стадион свистит. Поможет ли еще один угловой наконец ликвидировать разницу в счете? Отлично играет на выходе голкипер. Да, ни секунды не медлил и все сделал как надо. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Голкипер забирает мяч. Один ноль после первого тайма. Тренерские установки получены, можно начинать. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Какой шанс! Относительно легкий мяч для вратаря. Шупо, Мотин. Попытка нанести удар головой. И на месте голкипер. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Попытка обострить игру. Свисток штрафной.
мяч будет введен в игру из-за боковой. Маркизи. Мяч перешел к другой команде. Такое впечатление, целил в угловой флаг. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Вот это удар! Вот это спасение! Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Месси. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Прекрасный пас. И свисток останавливает игру. Офсайд фиксирует линейный арбитр. Ловит оборону в офсайд игрока соперника. И разыграно все в лучших футбольных традициях. Это штрафной. И как пробил. Положение вне игры. Арбитр на линии фиксирует офсайд. А ведь могло случиться из-за этой атаки что-то серьезное, если бы чуть поумнее действовал игрок. Наставник домашней команды требует использовать тактику искусственного офсайда. Что ж, если отработанного это у команды, то это достаточно действенная мера. Аут, спешит команда. Совсем не обязательная потеря. Такие передачи придают атакам остроты. Мяч на боковой линии. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за бокового. Очередной аут. Месси. Аут. Отличный прием, так держать. Плохо сыграно, мяч потерян. Мимо ворот мяч полетал. Мяч перехвачен. Защитник молодец. Месси. Штанга. Друг вратаря. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как... Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья.
Корнер. Отличный шанс увеличить свое преимущество. И навес. Бускетс, Бурго. Он бьет головой и забивает. Как же здорово сыграно, а? Очень вкусно, я бы сказал. Выверенная, изумительная подача и прицельный удар головой. Пожалуйста, получите и распишите. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. 83-я минута матча. Убрал защитника с дороги. Некоторое время обезопасил он свои ворота. Как здорово сыграно головой, и так точно. Отличный кросс. Месси. И что это? Гол! Счет растет, разрыв растет, и вратарь не может ничем помочь своей команде. Да, бывало, что он спасал, вытаскивал матчи, но вот сейчас совсем другая история, совершенно другая. Забит еще один гол, и он уже отправлен в ворота в компенсированное время. Маркизу. Ну что же, матч окончен. Крупная победа. 3-0. Эта победа доказывает, что команда не просто крепкий середнячок. Она готова побороться за более высокие места. Ну и посмотрим, как пройдет вторая часть сезона.